А вы это на полу рисуете или сразу на стенку так рисуете? Сразу на стенку. Это серьезно, очень красно. Классно, я могу говорить вау очень долго. Да, говори. Вот знаете, кстати, я боюсь вот на это наступить, просто не хочу ничего испортить. Да. Очень классно. Знаете, выглядит как калашник. Ну, знаете, когда много всего. Очень классно, серьезно. Я буду всегда говорить очень классно, потому что мне так это сильно нравится. Мне так нравится ваш стиль. Очень прикольный. О, вот это очень прикольная работа. Чем она прикольна? Я не знаю, но знаете, когда, например, люди проходят какие-то магазины, знаете, вот там стеклышко, и там написано, что там продается, знаете? А, есть такое, да. Это очень реально прикольно. А чем вы это рисовали, вот это вот? Мелом или, то есть, углем? Углем, правильно, ты все знаешь, углем. А это вы масляной пастелью, да? Все знает. Ну, ты художник, что ли? Сальвадор Дали, наверное, будущий. А вот это гуашь, да, на глазах? Ну, это вот гуашь, это... да. О, это очень классно. Вот жалко, что я не такой высокий, но... Тут так много надписей, что можно всех читать, и тут даже можно это делать какие-то теории. О, вот это... Знаете, вот это очень чем-то напоминает Мунка, знаете? Конечно, Мунка знаем, Крик все знают. Знаете, в разных стилях, когда он нарисовал очень много стилей, а потом это его нашли, ну, очень много стилей этого Крика. Вау, очень классно. А у вас Инстаграм есть? Конечно, есть. А можете показывать просто очень быстро? Да, хорошо, спасибо тебе. Как тебя зовут? Лев. Просто Лев? Да, ну, Лев Бородун. Отлично, молодец, спасибо.